Найти занятия по душе севастопольцы смогут на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Она состоится 14 апреля. Центр занятости населения города приглашает предприятия, имеющие потребность в кадрах, и граждан, которым нужна работа, принять участие в региональном этапе акции. Ярмарка пройдет на трех площадках. Это центр занятости населения. Здесь на Руднева 40, площадка в Севастопольском государственном университете на Университетской 33 и улица Шелкунова 1, это филиал Крымского федерального университета. Наша цель, разумеется, удовлетворение работодателей, спрос работодателей, с другой стороны, помощь соискателям, посмотреть, свести их, так сказать, вживую, чтобы они посмотрели друг на друга, оценили возможность своей работы на этих предприятиях. В первую очередь, конечно, цель в рамках всей страны – это удовлетворение потребностей промышленных предприятий. Ярмарка вакансий, охватывающая все регионы России, состоится впервые. Посетители смогут пройти собеседование и тестирование, узнать подробности предлагаемой должности и пообщаться с представителями компаний. Прийти на ярмарку смогут все желающие. Однако работодателям необходимо заранее оформить заявку в Центре занятости населения Севастополя. В настоящее время в базе учреждения 2812 вакантных мест. Надо понимать, что ярмарка – это зачастую не мгновенное трудоустройство, а такой, как вот отложенный спрос. То есть человек приходит, знакомится, он может не сразу далеко принять решение. У нас вот непосредственно трудоустроившихся практически сразу по результатам прошлого года, по всем ярмаркам, конечно, не таким масштабным, но порядка 400 человек. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь, где каждый желающий сможет познакомиться с основными вакансиями на материковой части нашей страны.